Главным культурным событием этой осени станет фестиваль уличных театров. В окружной столице он пройдет 2 и 3 сентября. Именно за это мероприятие проголосовало большинство жителей региона. Онлайн-опрос проходил в интернете, а участие в нем приняли порядка 1000 человек. Добавлю, что фестиваль приурочен к празднованию Дня образования Ненецкого округа и Дня нефтяной и газовой промышленности. Как сообщают организаторы мероприятия, на 2 дня окружная столица превратится в театр под открытым небом, где сценой и декорациями станут улицы и площади города, а жители Нарьян-Мара одновременно участниками и зрителями спектаклей. Театрализованное шоу представят творческие коллективы из Москвы, Самары и Санкт-Петербурга. В течение 1-го дня фестиваля на главной площади города пройдут 10 театральных постановок. Организаторы праздника обещают показать разнообразие жанров уличных представлений. Музыкальные импровизации, уличные клоунады, современная хореография, театр огня и другие. Во 2-й день состоится шествие всех театров по улицам Нарьян-Мара. Фестиваль уличных театров будет организован Дворцом культуры «Арктика» при содействии Ассоциации фестивалей уличных театров. Мероприятие будет профинансировано компанией «Лукойл» в рамках социально-экономического сотрудничества с администрацией округа. Добавлю, что в рамках празднования Дня образования Ненецкого округа и Дня работников нефтяной и газовой промышленности в 1-й декаде сентября предполагается проведение целого цикла просветительских, культурно-массовых, краеведческих, спортивных и волонтерских мероприятий. Организованы они будут также при поддержке нефтяников.